Привет, друзья! Сколотить состояние можно, только нужно правильно распределять доходы и расходы. А для этого нужно научиться экономить. И вы на верном пути, ведь смотрите топ-скидок на ЛРТ. Денег много не бывает, но на все их находить можно. Смотрите топ-скидок, и вы всегда будете в курсе, где можно получить нужные услуги или товары высокого качества и по низкой цене. Приступаем к нашему недельному хит-параду скидок. Сегодня за звание самого выгодного предложения поборется 5 участников. Интернет-провайдер New Lime с акцией «Приведи друга», автоцентр «СПА Авто» и бонусы при заказе полировки машины, школа ментальной арифметики «Сарабан» и скидка 10% на обучение, магазин одежды «Том Тейлор» в торговом центре «Выходной» и автосервис «МСТО» с бонусами на мойку автомобиля. На 5-м месте комплексный автоцентр «СПА Авто». При заказе полировки кузова фары покрывают защитной пленкой в подарок. На носу первые заморозки, а значит сезон противолёдных реагентов. Они содержат соль и мочевину и губят лакокрасочное покрытие автомобиля, легко проникая в малейшие трещинки и царапинки. Выход – полировка кузова с использованием профессиональной косметики. В «СПА Авто» есть и гели, и пасты, и шампуни. Комплексный уход, который не помешает ни одному автомобилю в любое время года. А главное, идеально ровным покрытие остается до 1,5 лет. А еще для вашей машины есть покрытие кузова жидким стеклом и керамикой, обклейка фары лобовых стекол защитной пленкой, полировка фары кузова, винил и карбон. Центр «СПА Авто» находится по адресу Инициативная, 16. Уточнить все подробности и записаться на услугу можно по телефону 8 925 928 51 22. Процедуры хорошие, полезные и для осени актуальные, но чтобы получить тут бонус, надо отдать немалую сумму за полировку, а она не всем по карману. Интереснее оказалось предложение от школы ментальной арифметики «Сарабан». Я уверена, что не ошибусь, если скажу, что все родители хотят, чтобы их дети были умными, сообразительными, а главное – мыслящими. Говорят, что всего этого они могут достичь, изучая ментальную арифметику, которая пришла к нам из Японии. Что это такое? Давайте разбираться в школе ментальной арифметики «Сарабан». В школе «Сарабан» действует акция «Приведи друга и получи скидку 10%». Кстати, бонусы есть и на второго и третьего ребенка из семьи. В школе ментальной арифметики обучают устному счету. Начинают со специальных японских счетов. Затем переходят к решению примеров в уме, то есть ментально. Это тренирует концентрацию, воображение, память и логическое мышление. У нас, потому что дети либо гуманитарии, либо, да, технический склад ума, у них дети равносторонние. Они у нас задействуются в процессе счета оба полушария, оба развиваются. Японские дети обучаются ментальной арифметике с 5 лет. Мне уже далеко не 5, поэтому приступаю к занятиям незамедлительно. Чтобы нам сделать действие плюс 1, мы большим пальцем поднимаем одну косточку вверх. Да. Чтобы сделать минус 1, указательным опускаем ее обратно. Это самое, с этого момента мы уже можем начать считать. Плюс 1. Плюс 1. 2. Я вижу его на ваших пальчиках. Да, девушка, аплодирую. Я себе аплодирую. Да, скромный успех. Зато опытные детишки считают быстро, оперируют трехзначными числами, и все это в уме. Чтобы и ваши дети могли так же, приводите их на занятия по адресу Люберцы, проспект Гагарина, дом 8/7. Чудесно, когда дети чем-то заняты помимо школы и детского сада. Особенно, если эти занятия развивают оба полушария головного мозга. Но слишком уж уникальна эта методика. В наших обычных школах, ну, мало применима. Вот нужно, чтобы и учителя освоили ментальную арифметику. На пьедестале и третьем месте сегодня интернет-провайдер New Lime с акцией «Приведи друга». Если вы уже являетесь абонентом New Lime или только планируете подключиться, для вас есть возможность использовать по полной свои коммуникабельность и дружелюбие. Подключите своего друга и получите 500 рублей на свой лицевой счет.
Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужен специальный купон. Найти его можно на сайте New Lime. Далее вы его распечатываете, заполняете все поля и передаете другу, который только планирует подключиться к провайдеру. Потом друг при оформлении договора отдает купон менеджеру или монтажникам, а на ваш лицевой счет приходит 500 рублей, а это 2 месяца доступа к интернету. Оставить заявку на подключение можно по телефону 498-659-89-98. New Lime приведи друга, третье место. Серебряный призер нашего рейтинга – автоцентр МСТО. Они предлагают каждую восьмую мойку вашей машины бесплатно. Но как тут не стать постоянным клиентом? Приехав впервые в МСТО, вы получаете бонусную карточку. В ней каждый раз отмечается ваш визит в сервис. На восьмой раз вы просто отдаете свою ласточку сотрудникам сервиса без какой-либо оплаты. Вот и наступило время дождей, слякоти и грязи. Поднятая с дороги жижа засыхает на стеклах и зеркалах и скрадывает обзор. А это небезопасно. Еще вместе с грязью на кузове оседают и химические вещества из бензина и противолёдных реагентов. Они разрушают лакокрасочное покрытие машины. А если на нем есть дефекты, то химия может добраться и до металла. Поэтому экономить на мойке себе дороже. Кстати, об экономии. На машину B-класса комплексная мойка обойдется 800 рублей, а делать ее нужно хотя бы раз в две недели. Вот и посчитайте, сколько вы сэкономите за осень, зиму и весну, когда мойка особенно актуальна. Акция полезна. Но я считаю, что поскупились. Если бесплатной была хотя бы каждая пятая мойка, были бы на первом месте. А на нем, на первом месте, сегодня магазин немецкой марки одежды Tom Tailor в торговом центре «Выходной». Деловые дамы знают, как бывает трудно одеться на работу. Вроде вещей много, а надеть нечего. А ведь образ должен быть нарядным, строгим и, главное, удобным. Именно за такой одеждой я отправляюсь в магазин Tom Tailor в торговом центре «Выходной». Здесь можно подобрать целый комплект по выгодным ценам. Итак, комплект на работу. На моей новой знакомой собраны все самые классные тренды этого сезона. Клетка, снова клетка и горчичный цвет. И, кстати, это все новая коллекция. Но моя новая знакомая берет 3 вещи, поэтому ей дадут скидку 30%. Она бы заплатила 13 тысяч, а сейчас всего 9. И, между прочим, действие этой акции ограничено. Я советую поторопиться. Ну, в общем, вы поняли, чем больше вещей покупаете, тем большую скидку получите. Покупайте 2 вещи, дают скидку 20%, 3 вещи – 30%. Ну, а берете 4 вещи и больше, дают скидку 40%. А я пойду мерить. Еще в магазине Tom Tailor действует распродажа на первые коллекции осени 2018 года. Цены действительно интересные, скидки до 50%. Если хочешь иметь успех на работе, нужно выглядеть так, как будто ты его уже имеешь. А в чем секрет успеха рабочего гардероба? Это натуральные ткани, вот, пожалуйста, хлопок, кашемир и шерсть, а также стильный крой. И если вы подбираете комплект для работы, вам в магазин Tom Tailor. А я напомню, какие акции стали самыми выгодными на этой неделе. Пятое место – обклейка фар защитной пленкой в подарок при заказе полировки кузова в автоцентре «СПА-Авто». Четвертое место – скидка 10% на обучение в школе ментальной арифметики «Сарабан». Бронза – акция «Приведи друга» от New Lime. Второе место – каждая восьмая мойка машины в подарок от автоцентра МСТО. И победитель – магазин одежды Tom Tailor в торговом центре «Выходной». О самых выгодных предложениях я вам рассказала. Следите за нашим рейтингом и знайте, покупать со скидкой – признак не бедности, а бережливости. Это была программа «Топ-скидок» на ЛРТ. Смотрите нас в эфире телеканала и на сайте lrt.tv. Я, Александра Томей, желаю вам приятных покупок.